Всем приветик! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные котлеты. Готовить мы с вами будем их и не с фарша, а мясо мы будем с вами нарезать. Котлеты получаются очень вкусные и нежные. Всем советую! Понадобится нам 0,5 кг филе куриного. Нам его надо с вами нарезать мелко кубиками. Чтобы оно легче резалось, положите его в морозилку на минут 15-30 и потом нарезайте. Добавляем к мясу 2 яйца. Также взяли с вами 2 крупные луковицы, нарезали мелко. Добавляем 2 столовые ложки крахмала. И добавляем 1 столовую ложку майонеза. Также добавьте любимую зелень. Я добавляла укроп, примерно 2 столовые ложки укропа. Вы можете взять и петрушку. Добавляем соль по вкусу. У меня 1/2 чайной ложки соли. Все это хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник на ночь или на 12 часов. Самое лучшее делать на вечер, а утром уже можете жарить вкусные котлеты. Жарим на разогретой сковородке. Масло 3-4 столовые ложки. Жарим на медленном огне с 2 сторон до золотистой корочки. Вот такие вкусные, ароматные, нежные, сочные котлеты у нас с вами получаются. Как вы видели, рецепт проще простого, но это очень-очень вкусное блюдо. Всем советую, всем пока-пока и не болейте!